в свой поганый род, в который ты обычно берешь то, что дает тебе в него Ахметов. Мое имя. Ты мне начал угрожать на всю страну. Я тебе объясню, что теперь произойдет, что теперь я вынужден сделать, просто вынужден, ты не оставил мне другого выхода. Я буду делать с твоим ртом все то же самое, что делает с ним Ахметов. Я буду делать с твоим ртом, гораздо больше, чем делает Ахметов. Я буду делать со всеми отверстиями в тебе все, что с ними делает Ахметов, и в два, в три раза больше. У тебя, Дима, есть один день на то, чтобы позвонить, написать, публично покаяться, принести извинения в эфире телеканала 24. Украина 24. Но это пока что.